Полицейские задержали женщину, которая чуть не зарезала мать. В дежурную часть обратились медики и сообщили, что в больницу доставлена женщина 1952 года рождения с ранением в живот. Во время проверки стражи порядка выяснили, жительницы Первоуральска употребляли спиртное, поссорились и дочь ударила мать ножом. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. В Новоуткинске эвакуировали школу. Специалисты 10-го пожарно-спасательного отряда провели там учения. По замыслу, условный пожар произошел в помещении на втором этаже. Персонал включил систему оповещения и эвакуировал учащихся из здания. После детям напомнили телефоны вызова экстренных служб, вручили памятки по пожарной безопасности, а также рассказали об устройстве пожарного автомобиля. В Первоуральске вынесли приговор мужчинам, обвиняемым в изнасиловании несовершеннолетней. Первому рабочему одного из городских предприятий суд назначил наказание 16 лет строгого режима, второму бывшему участковому полиции 20 лет особого режима, также каждому 1,5 года ограничения свободы.